концерт не начался, а я вас уже не вижу. Вам, наверное, хорошо нас видно. Да. Вот, свет включили. Ну вот хотя бы видно, сколько вас здесь. Спасибо большое, что пришли. Как-то так получилось, что в группе в прошлом году, ну как, на прошлой неделе, исполнилось 23 года. Вот мы привезли вам программы. Я не знаю, какое количество людей из вас пришли впервые, но вы можете даже руки не поднимать, я это пойму через несколько песен. Вот. А вообще программа, видите, как я с разговорного жанра начал? Она предусмотрена под то, чтобы был свет. И надо мной должен был зажечься один фонарь. Один. Так не получается. То есть вам нужно будет это представить. Вот. И теперь концерт начнется. Спасибо.
Я люблю свою родину, ё-моё,
А кого же еще, если не ее? И мобиль ее, и дороги ее. Что-то есть с ней такое, совсем свое. Можно и про поля, брата поля. Это дело и хитрое, вуаля. Я бы точно смог, только точит я, заставляя всех нас начинать стрелять. Я люблю свой брат, родины. Я был в жизни не готов на самое время. Штаны носил я, на скиле. А теперь меня это спасает. Я люблю свой брат, родины. Я был в жизни не готов на самое время. Штаны носил я, на скиле. А теперь меня это we'll be right back.
на эту жизнь прожил, не наблюдая за часами. Нет ни одного рецепта, чтобы наслаждаться чудесами. Серьезно хотите, чтобы я с вами поговорил? Вот же люди, смотрите, вот это люди говорят, которые на акустических концертах бывают. Потому что те, кто бывал на акустике, они знают, что я жутко разговорчивый. На электричестве так не получается. Я, между прочим, в прошлом году книгу написал. Я сам не знал, что мне столько говна в голове. Потому что второй параграф должен был называться «Жопа». Вот книга в печатном издании, когда выйдет, там будет по центру книги вот так крупно написано «Жопа всему голова». Я не буду объяснять, почему, потом прочитайте сами, если захотите. А восьмая глава в книге так и осталась с названием «Засрак». Это аббревиатура, это «Заслуженный работник культуры». Вот он. Не, ну, если вы хотите, чтобы это превратили в квартирник, я вам сейчас, вот давайте так, вне рамок программы. Просто вы сами напросились. Смотрите, очень коротко, пацаны, простите. Мне позвонили перед Новым годом с одного телеканала из трех букв. Не важно. Значит, позвонили и говорят: «Костян, в смысле Константин, не хотите ли принять участие в новогодней передаче?» А меня на телевизор за всю жизнь 5 раз звали. Я такой: «Конечно, хочу. Это же мой шанс». Жама на компот. Ага. И говорит: «А я вообще делать-то надо?» Я говорю: «Мне нужно спеть песню другого артиста». Я говорю: «Какого?» И они мне присылают список из 50 артистов. А там вот от Киркорова до Шамана вот это вот все. Вот. А половину имен я вообще не знаю, кто это такие. Вот. И я начал искать в этом списке с Надеждой, хоть что-нибудь приличное. И, в общем, раз-раз-раз, и на 47-м месте вдруг вижу «Звери». Думаю: «Блин, это мой шанс». Вот. И спрашиваю: «Как песню-то спеть?» Они говорят: «Ну, как-нибудь в своем стиле или весело». Никак. А дальше, смотрите, какую штуку я сейчас поселю в вашу голову. Смотрите, она у вас есть в голове, эта штука. Просто вы еще об этом не знаете. Каждый раз, когда вы заходите в какой-то клуб или там в ресторан, неважно, вы вот слышите вот это вот: районы, кварталы. Живые, массивы. Народ в начале января даже в теле. Значит, но я почти уверен, что, ну, наверняка 99,9% людей из вас не читали эти тексты. А я тут решил прочитать. Ну, раз шанс, надо же прочитать. Я как понял, что рок свой пацан. Вот сразу же. Я не могу вам спеть всю песню целиком, но вы после вот моего короткого исполнения, сейчас в секунд 15, чтобы нас российское авторское общество не заподозрило в том, что мы чужие песни со сцены поймали. Значит, смотрите. Если бы я пел эту песню в этот Новый год, на телевизоре было бы весело вот так. Так, в какой-то телефон надо сказать, вот в этот вот. Я скажу: «Да. Рома, прости». Где-то в параллельной вселенной, да.
вечерний вечір. І з паном Родні на все согласен. Спасаться нечем, я охотник, я опасен. Я не знаю, я теряю вчерашний вечер. Моя спешная, моя блатная, до скорой встречи. И если вы думаете, что я какие-то слова из контекста выдержу, нет, там вся песня такая. Второй куплет, знаете, как начинается? И муха. Тычинка пестик. А заканчивается песня гениально абсолютно. Вот это. И мухоморы, конечно, круто, но тоже вряд ли. Ром, прости. Все, теперь поехали.
уложивший спать юлу, с дорогим тебе отчеством.
может быть, все-таки что-нибудь ветер ответит. Я слишком счастлив, что выпустить эти моменты. Это такая игра. С вечера и на ура. Ну пусть это все утро. Значит так. Давай! Понятно. Иногда я разговариваю лучше, чем пою. Я понимаю. Приехали мы в этом году на Сахалин. Прилетели. Играем концерт. Ну как концерт? Фестиваль. 5000 человек стоит, поют с нами хором, все хорошо. В этом году? В этом, да. Давай. И вдруг заходит в палатку один из организаторов. После уже нашего выступления, говорит, Костян, большое тебе спасибо за песню «Танцевать». Я говорю, да как бы, пожалуйста, а че это ты? Он говорит, а ты слышал такую песню «Танцуй под бузову»? Я говорю, ну допустим. Я говорю, что? Он говорит, ну, это я написал. Я говорю, знаешь что, вселенная тебе этого не простит. Он говорит, да ты подожди, я сначала твою послушал. А потом, говорит, свою написал. Люди, простите. Вообще не мог представить себе, что приведет к такой катастрофе. Мы ведь когда эту песню записали, я сразу понял свою ошибку. Мы ни разу ее фамилию со сцены не произносили. Вот. А только в записи осталось. Но катастрофу избежать не удалось. Так что ж теперь, отменять песню, что ли? Нет, конечно. Значит, будем ты самый громкий.
Мне должен был от вас и лет.
ночи не дороблюсь, хотя нас носит по земле, да, кругу зима. Если ты захочешь сильно, я появлюсь. Не сходи с ума! Никому не больше, больше не we'll be right back.
оголенных сердец и голов. Без правил моих, и мы бьемся, стоим за своих, жаль своих почти нет никого. Публика в сборе, ладони прибиты к кресту, смерть глотает блесну, постепенно глотает блеск. Я так журавлин, летаю на.
по-русски, сочинят новые сказки. Но кому нужны эти сгустки краски странной барбатушной закваски? Между прочим, Рушан Семенович отыграл в таком количестве коллективов, что задел даже Урал. Рушан, ну-ка по-уральски нам сделай что-нибудь, что-то такое, что идентифицирует тебя. Вы простите за банальность. Ночью ходит мир кухни, ее светлая гениальность здесь. Видно, нравятся ли звуки, и летит наряд быстрее, избавляя ночь от скуки. И встревожена площадка непристойным поведением. И если только склеит ласты, то конец стихотворению. Да и так уже похоже, что не рожа и не кожа. И не нужно сожаления, точно не поможет. Эта жизнь совсем не сахар, и тяжело подняться снизу. И обтыкаю с удивлением, как нас хвалит телевизор. Социальные проблемы и подобные. Yeah.
список огромный. Он играл и с Чебами, и со Зверями, и с Алисой. Он вдруг неожиданно в этой мелодии увидел второе дно. И на студии запел совсем другую песню. Поэтому сейчас перед микрофоном Рушан Аюн. Все будет хорошо.
станет мир. Там живут картины новые, ценные, полные.
Спасибо, братцы. Знаете, мы 2 числа, то есть позавчера, выступали в Ижевске. При температуре минус 27. Должен заметить, у вас на Урале гораздо теплее. Значительных степенях, я бы сказал. Но мы как-то даже дожили до сегодняшнего выступления. Когда ехали вам. Смотри, они не все вышли. Почему-то хочется спеть именно следующую песню. Мне кажется, что она, несмотря на возраст этой песни и авторство, стала вдруг неожиданно в нашем времени очень актуальной. Отомать